магазинчик, где все товары по 39 рублей. Химия, продукты, посуда. Все по 39. Итак, вот такой пакетик я купила в этом магазине. Все по 39. Общая сумма покупочек у меня вышла на 627 рублей. И сейчас покажу, что же я купила. Вот такое большое блюдо. Рыбка. То есть можно для рыбных блюд использовать, для салатиков. И также купила вот такие еще две тарелочки поменьше, две рыбки. Все товары по 39 рублей. Небольшой плед, он синтетический, но это мне нужно для собак кое-что там сшить им. То есть, так, потом купила свечи, наборчик. Такие вот смешные две белки. Они вешаются за хвост, можно вешать на кашпо или куда вам нужно для декора. То есть висят очень-очень хорошо на хвостиках на своих. Своим малышам купила вот такие пищалки. Вон они уже услышали. Пищалки купила, да, мама? Вам купила. Пищалок купила 3 комплекта. То есть на 2 игры хватит. 3 маленьких уточки и 3 больших. Еще купила вот 2 таких декорчика. Ведерки с цветочками. Но это мне тоже для декора кукольных домиков понадобится. Шкатулочка вот такая маленькая, миленькая. Жестяная. Крем детский для рук. Упаковку мешочков. То есть мешочки всегда в хозяйстве нужны. И вот такие 2 свечи. Подсвечники с декором. И вот все эти товары абсолютно по 39 рублей. Конечно, мелочевка там всякая, но что-то полезное найти для себя можно. На этом пока с вами прощаюсь. Всего вам самого лучшего, удачных покупок. И надеюсь, до новых встреч на нашем канале. Пока-пока.